Всем здравствуйте! Сегодня хочу предложить вам связать вот такие плюшевые змейки-спиральки, змейки-брелочки. Вот как смотрится эта змейка. Вязать ее очень-очень легко. За 5 минут вы свяжете вот такую красивую змейку. У этой змейки вывязываем голову и далее вяжем вот такое туловище такой спиралькой. И дополнительно еще вывязываем язычок и привязываем его. Вязать очень легко, очень быстро. По размерам эти змейки получаются, если вот так положить спиральку, то где-то около 10 сантиметров. Вот они такие небольшие и красивые. Давайте вместе с вами свяжем вот такую красоту. Для змейки я буду использовать плюшевую пряжу в 100 граммах 120 метров. И возьму крючок 4 миллиметра. Вначале делаем кольцо амигуруми. И в это кольцо ввязываем 7 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. В первом ряду 7 столбиков. Переходим на второй ряд. Во втором ряду в каждый столбик предыдущего ряда вяжем по прибавке. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13 и 14. В конце второго ряда 14 столбиков. Далее третий, четвертый и пятый ряды провязываем по 14 столбиков. Третий, четвертый и пятые ряды провязали по 14 столбиков. Переходим на шестой ряд. Здесь вяжем 7 убавлений подряд. 1, 2, 3. Можно взять наполнитель и немного наполнить. 4, 5, 6 и 7. Получилось 7 столбиков. Можно взять еще наполнитель и дозаполнить. Теперь складываем пополам наше вязание. И провязываем 3 соединительных столбика. Вот я провязываю за крайние передние петельки. 1, 2 и 3. Вот сделали 3 соединительные петли. Получилась вот такая голова.
Теперь вяжем хвостик. Для него набираем цепочку из 21 воздушной петли. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Во вторую воздушную петлю от крючка провязываем соединительный столбик 1, 2, 3. Далее 2 столбика без накида. 1 и 2. Теперь вяжем 10 прибавок из полустолбиков с накидом. Один, два, три, четыре, пять. Шесть, семь, восемь, девять и 10. Теперь вяжем столбики с накидом. Видите, он уже заворачивается в спиральку. Тоже прибавки, но уже столбики с накидом. Один, два. И 3. Далее можно провязать еще 2 прибавки из столбиков с накидом или провязать по одному столбику с накидом. Я провяжу по одному столбику с накидом, но можно сделать и прибавки. Теперь заворачиваем в такую спиральку и присоединяем соединительной петлей здесь сверху. Все, теперь ниточку отрезаем и прячем ее вовнутрь изделия. Теперь свяжем язычок. Я беру пряжу джинс Ярнард в 50 граммах 160 метров и крючок 2 миллиметра. Оставляю вот такой небольшой хвостик и набираю цепочку из 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. Во вторую воздушную петлю от крючка провязываю соединительный столбик 1, 2 и 3. Снова набираю цепочку из воздушных петель 1, 2, 3, 4. Во вторую воздушную петлю от крючка провязываем 1 соединительный столбик, 2, 3 и 4 провязываем в ту петлю, где уже была провязана
соединительная петля. И довязываем до конца ряда 3 соединительных петли. 1, 2, 3. Вот получается такой язычок. Отрезаем ниточку. Вот у меня змейка, я ей уже приклеила глазки. Глазки у меня 8 миллиметров. И теперь будем присоединять язычок. Здесь высоко, вот где-то в этой части. И вот так берем за столбики, захватываем одну ниточку, вот протягиваем в одну сторону, протянули, и за этот же столбик берем и захватываем вторую ниточку. Так мы присоединили, и теперь связываем на два узелка и эту ниточку прячем вовнутрь изделия. И вот я ниточки спрятала. Теперь можно одеть карабин, и змейка готова. Всем спасибо за внимание. До новых встреч!